Что такое было для Шуфрича в Одессе? 5 минут позора. И у него было 20 или 30 охранников. А в Одессе у него было 8. Это я знаю, потому что на следствии в Одессе 8 охранников. Угу. У него напало порядка 20 людей, которые, так сказать, его тогда избивали. Я хочу сказать следующее, что бить Шуфрича нельзя. Ну вот, выражать свою позицию нужно другим способом.